Благотворительный фонд «Хрисхал» подвел итоги своего пятилетия. Фонд оказывает помощь семьям с детьми с инвалидностью по республиканским программам и двум федеральным проектам. В рамках мероприятия презентовали книгу о тех, кому фонд оказал посильную помощь. Также организация для привлечения большего числа благотворителей сегодня запустила проект «Послы». Ими станут медийные личности республики. Сегодня мы видим, что действительно фонд нужен. Фонд именно объединяет всех нас, объединяет всю республику, всю тех людей, которые действительно хотят помогать, хотят быть вместе. Мы сегодня рады и гордимся успехами наших инвалидов по спорту.